С вами Луганцев Александр. На дворе 14 ноября. Сегодня закончил посадочный сезон. Высадил последние саженцы алычи из контейнеров в грунт. Осталось немного дней до первых снегов. Заморозки уже были, уже даже до минус 10 доходило. Как-никак середина ноября в Белгородской области уже характерная погода, первые холода начинаются. В сегодняшнем видео хочу рассказать про свои успехи, самую удачную прививку, которая выросла за этот сезон. Весной я сделал прививку. За сезон высота побега, называю его побег, потому что боковушек он практически не дал. Одним ровным хлыстом вырос. Вот одна маленькая веточка. Высота этого побега около 1,20 м. Самая рослая, самая успешная прививка. В том году я выращивал подвой. Впервые в жизни осознанно из косточки посадил на холм, косточку на место. Весь сезон растил. За первый год вырастил подвой. Достаточной толщины он оказался. И вот в этом году уже весной на подготовленный подвой на месте привил весенней прививкой, черенком, способом улучшенной капулировки. Черенок сортовой сливы Ринклот. Колхозный или советский, какой-то из них. У меня здесь много было прививок, на бирке там написано. Вот был подвой. Отступил я от земли очень мало. Всего 5 сантиметров умудрился сюда сделать прививочку. Вот толщина уже больше сантиметра. Двухлетка как-никак. Вот черенок был сантиметров 10. Вот его торец черенка уже зарос полностью. Пенечка нет. Несколько почек было. Вот это не развилось, даже не тронулось. А из верхней почки пошло расти деревце. Вот еще последние листики висят на макушечке. Это первый год развития саженца. Первый год после прививки. Второе растение. Здесь было два подвоя в одном холме. Механическое совмещение, видимо, было не очень плотным. Пенечек немножко подсох, что препятствовало хорошему срастанию. И саженец через какое-то время после произведения прививки просто начал засыхать. Вот шел здесь вот такой побег одиночный. И на глазах прям день за днем листья сохли. Я думал, совсем погибнет. Не погиб. Потом смотрю, живой. Эту засохшую часть я обрезал. И пошли вот слабенькие побеги, потому что слабое срастание оказалось. Если повезет, дальше разовьется. Но мне два саженца на одном холме не нужно, я порежу на черенки слабое растение и потом уберу его вовсе. А вот этот самый, который радует меня, саженец мощный, больше метра, по моей пятибалльной шкале присваиваю ему 5 твердую. Есть еще несколько экземпляров, они менее удачные. Они выросли чуть меньше, ну, я думаю, из них также получится полноценное дерево. Вот большие листья, это слива.
У нее высота сантиметров 70. Поменьше, чем та. То же самое все, как и там, на Алыче. Улучшенной копулировкой. Вот, в виде такого буквы N или буквы I русской. Зигзагчик. Виден, уже тут все утолщилось. Пауки в щели. Паутину сплели, такое белое виднеет. Вот из одного дерева здесь два хлыста выросло. Вот это макушечное, слабенький побег. Вернее, не макушечный, боковой. Не развился. А вот эти два побега пошли. И вот такие ступенчатые колена. Не знаю, как правильно их назвать. Это уже из макушечной почки второй прирост за сезон. То есть несколько раз, в несколько этапов саженец рос. Но по сути уже через год заложит плодовые почки. На третий год можно получить первый урожай сливы. Я на это очень надеюсь. Конечно, из 15 холмов всего, наверное, 3 или 4 саженца нормальных получились. Остальные либо вообще не прижились, либо слабенькие. Ну, это для новичка это закономерность нормальная. Еще не отработана мною совместимость стопроцентная. Поэтому я даже такому успеху рад. Из 15,5 это примерно 30% выход саженцев из всего объема проведенных прививок, что тоже неплохо. Здесь вот тоже на троечку, на четверочку сантиметров 60 выросли. Уже листьев нет совсем. Один из них улучшенной копулировкой, другой в расщеп. Который в расщеп чуть-чуть не успел зарасти. Вот пенечки остались. На следующий год закроет их. А который улучшенной копулировкой полностью. Рана вся заросла. Никаких следов не осталось. Вот был череночек. Вот такой вот. И вот из двух почек мощные побеги пошли. Из третьей послабше. Вот такой вот саженец. И второй рядышком. Тоже какой-то из них один оставлю. Вот это первые мои прививки уже осознанно. С нуля. С посадки. Начиная косточкой. Выращивал подвой. И у земли. Вот на расстоянии 5 сантиметров. Вот, прививал. Все как советует Валерий Константинович Железов. Все советы соблюдал. Посадил на холм, все как положено. Вот. Будут еще успешные прививки, обязательно поделюсь. Расскажу вам. Всем удачного сезона посадочного в следующем году. Успехов в садоводстве. Всем пока.